Проверить качество ремонта дорожных проездов, а также услышать пожелания и предложения по благоустройству двора. С этой целью у дома на улице Панфилова жильцы встретились с депутатами и представителями администрации. Накануне здесь завершили работы по восстановлению асфальта, где специалисты применили технику укладки большими картами. После осмотра работ люди обратили внимание и на другие элементы двора. В частности, покрытие на детской площадке требует замены. Все просьбы и предложения химчан заместитель председателя Совета депутатов Александр Дринов и замглавы Денис Воловников взяли на контроль. Работа эти будет выполнены в ближайшее время, то, что попросили жильцы. Так что вопросы благоустройства дворовых территорий стоят на таком серьезном контроле в администрации и в Совете депутатов. Мероприятия по благоустройству общественных пространств проводят в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.